Походу я какие-то две палочки. Две полосочки, я беременный, Лёха! В каком смысле? Всего на свете повидал, но в ваши сказки чудеса, простите, не верю. Ну и куда я буду смотреть? А чувак меня спрятался в машину, лол! Мне Windows вывестил обновление, я такой, окей, понятно, Windows, спасибо. Привет, друзья, меня зовут Райс, у меня есть ровно 15 секунд, чтобы прорекламировать свой канал, но, черт возьми, я не открою кейсы, не играю на рулетках, и девушки у меня тоже нет, поэтому сиськами никого не заманишь. Единственное, что я умею, это снимать чертовски умные видео по Counter-Strike и проигрывать по 500 баксов. Переходи и подпишись. Человек в таком крутом галстуке никогда тебя не обманет, братан. Отвечаю. Если ты реально хочешь поднимать деньги на сайтах, рулетках, ПКС, то переходи и учись, братан. Как он уже сказал, ссылочка находится в описании. Йо-хо-хоу, всем привет, уважаемые зрители, с вами Такс и Варпач, и сегодня мы играем в Hide and Seek на новом нюке, да-да-да. Ну всем привет, меня прям убили под начало, так подожди, я хочу тебя найти. Ну, давай ты будешь смотреть. Да, я смотрю. Поисковиком у нас раунд не сложился, но я хочу записать в новом нюке, потому что это нюк, и он новый, и никто не знает, куда и где можно спрятаться, и где можно искать, поэтому я тоже в поисках сейчас пищи и людей. На самом деле, знаешь, что здесь самое прикольное? Здесь всякие краны бегают, всякие плюшки вот эти надувные. И все, кран, огромный кран, потому что, о, банан нашел. Нифига, слушай, ну здесь реально вот новый нюк, новые объекты, это круто. Я убил его и его фейк, который он положил, но не успел сам убежать. Прикольно, прикольно, слушай, очень классно выглядит новый нюк, тебе как вообще новый нюк? Мне новый нюк нравится, ребят, я не знаю, почему многие бомбят по поводу нюка. Например, убрали вот позиции, давайте, ребят, залезем, я сейчас покажу сразу. Мы заодно пообсуждаем новый нюк, хотя это уже поздно, ой. Кого-то убил? Я... дэмэдж получил какой-то, офигеть. Лоу. Вот эти вот шестерка и семерка, да, позиции, их полностью заблокировали, и это хорошо. Потому что на нюке это была проблемная позиция, и здесь баланс сделали, ребят. Я думаю, что вы со мной согласны. Пишите свое мнение в комментариях по нюке. А ну мы продолжаем поиски. Давай, найди их и убей. Так, о, нифига, ты кого убил-то? Я даже не видел. Два, еще тут один был. Три. О-ха-ха, офигеть. Вот это монстр килл, да, ребят? Просто трипл килл. Это трипл килл. Настоящий трипл килл. Мне кажется, на респект кто-то есть и прячется. Поэтому мне нужно... Вот, блин, столько мест теперь, столько... Так, вот что он по поводу этого? Нет, это настоящий, походу. Да, это настоящий. Я обычно системой утыкания работаю. Так, ну бочка лежит. О, а где он теперь? А, воздух нельзя чиркать, жалко. Не видно, раунд не видно старт. Его. Мне кажется, все, раунд старт, это значит, что все, пошел чувак, пошла жара, и нужно прятаться от него. Здесь, Кирюха, ты тоже будешь прятаться вместе да, со мной. Да, я прячусь, да, я прячусь. Я какой-то огромный снежок или череп. Слушай, я понимаю, походу я какие-то две палочки. Две полосочки, я беременный, Лёха! Да-да-да, я только хотел сказать, что мои шутки вперед меня говоришь, козёл. Да-да-да, слушай, сука, как спрятаться? Они так далеко от объектов находятся, что я даже не представляю. Я не знаю, куда я могу эту круглую штуку спрятать. Тут какие-то шкафы, сука, бегают, капец. Нет, здесь со скоростью еще проблема, то, что не успею я залезть куда-то. Так, давайте я придумал, куда я смогу залезть. Я лезу, бегу. Надеюсь, я успею, пока раунд не начался. Он сейчас скоро уже начнется, ребята. Раунд начался, о господи. Ой, капец. Надеюсь на самый лучший исход сейчас, потому что у меня проблема будет, если я не спрячусь. Идите в жопу. Суки, зарезали. Уже зарезали, да. Кирюх, как так? Вот знаешь, так? Вот у меня проблема очень большая в плане того, что я очень далеко от стены нахожусь. Я не знаю, вот подожди, где ты у нас? Я могу за тебя посмотреть-то? Я череп, который залез в какую-то трубу твою. Блин, не могу посмотреть, к сожалению. Не можешь посмотреть, но, короче, я в такой трубе, ну, большой цистерне, бочка большая, и в ней есть маленькие трубы. Это получается, когда с респы террористов идешь на Б. Ага. Направо. И эта цистерна стоит, на нее теперь можно запрыгивать. Я на нее запрыгнул. Понял, вот, понял тебя. Помнит, на нее было сложно запрыгнуть, только про ХНС мастера туда запрыгивали, вот. Я туда залазить сейчас. К тебе сейчас парень будет забегать, аккуратно. Мне три парня уже бегут. Но они не бежали ко мне пока что. Так. Еще звуки MLG-шные. Ту-ту-ту. А, надо еще таун прописывать, и ты очки будешь получать раньше. Я надеюсь, ты дойдешь до того момента, когда ты будешь убивать. Да, я хочу дождаться. Но уже 2 минуты, и мне осталось, по сути, 1 минуту подождать. И чуть-чуть побольше вот.
прячется, все, раунд начался. Раньше, знаешь, было сразу можно было запалить. Слушай, а вот скелетика сразу, да, можно убить? Где он? Да, да. Где он, где он? Во, все нормально. Я его убил. Добили. Так, смотрим, кто еще. Успел спрятаться, давайте смотреть. В первую очередь надо убивать тех, кто не спрятался. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, кто не спрятался, я... Почему у него хп так много, лол? Большой, огромный кейс тут, кстати, на респе. Как я его не убиваю? Он что, вип какой-то? Что такое, лол? Так, убил еще одного. Я не могу убить их. А это фейковая, скорее всего. Хотя я не думаю, что он успел. Так, лол, не может быть. Где же еще, ребята? Смотрю внимательно. Во, убил. Так, а где еще? Где? Где-то, суки, орут. Ручка. Наверху, походу, орут. Сейчас ручка я заберусь. Стояла, мне интересно. Сейчас я доберусь до них. Надо искать кружечку, которая мне нанесла 45 дэмэджа. Так, наверху по-любому кто-то есть. Решетка лежала, охренеть, как я испалил только тупо то, что воткнулся в нее. Решетка так идеально спряталась, но я не знаю, чувак сейчас, наверное, обиделся на меня. Нам передают, кстати, привет, и передаем тоже. Да, вот, ребят, вам тоже привет. Урон, а, я не могу понять, где-то здесь я слышал я чувака, Дэдпула, вот ребят. Не вижу его. Я убил Дэдпула. Отлично, так, тут кто-нибудь есть? Раунд начался. О, я вижу лесенку! Я вот пока не вижу. Убил, лол, так быстро! Так легко ее спалил. Так, я уже вижу, кстати, что начался. Так. Раундик, так что нужно прыгать. Обычно вот здесь вот любят прятаться еще, здесь вот никого нет. Кто-то застрял. Так, смотрим. Граната никуда не летит, понятно. В этой комнате никого нет, значит. Я на самом деле сейчас разматываю. Просто все сразу замечаю, ребят. Нужно срочно ныкаться, прятаться, допрыгнуть. Кого? Я убил? А, это декой был, нифига себе. А, я умер! А, понял, здесь, короче, чувак спрятался в комнате. Знаешь, где комната, которая... Смотри, я залез на крышу. О, я вижу, бежит! Давай, пожалуйста. Давай, мочи. Так, отлично. Еще один, короче, вон там, где справа разрушается стекло, там меня убил он своим декоем. Я столб не могу убить. Так, я еще пущу тоже туда херню эту. Во, видишь, летит? Да. Вот внизу чувак находится. Так, куда-то она врезалась, непонятно куда. Вот, его убили. А, нет, так, не я убили. Вижу, я вижу, стреляли. Какой-то из этих столбов, он не настоящий. А, нет. Ты видишь столб? Так, мне нужно ложную гранату кинуть, потому что меня сейчас могут замочить. Раунд начался. О, это плохо. А почему я ее бросаю, она у меня не работает? А вот так работает, отлично. Просрал. Круче некуда, ребят, круче некуда, но да. У него единственный путь, это залезть вот здесь. Так. Давайте посмотрим, надеюсь, где они бегают. О, вижу. Как ты его вот видишь? 7 дэмэджа. О, тебе закинули. Дэмэдж, уходи. Да, вот наверху прыгай. Какой... Ты до сих пор дэмэдж получаешь. От чего? Охренеть, они напускали. Они специально это сделали. Господи. У нас не было возможности. То есть я бы спрыгнул вниз, я бы умер. Этот чувак тоже помирает, видите? Ему вообще нормально. Прям, да. Все, его убили. Ну, тут без шансов было. Надеюсь, сейчас мы с Кирюхой будем прятаться. И достигнем ультимейта. Да, так, надо прям спрятаться по красоте. О, я машина! Я тачка! А как к стене? Не смогу прицепиться этой херней к стене. Я машина, сука, как я должен прятаться-то? Я просто здоровенная машина! Напиши хайт, я вижу, ты погрузочная, да, машина? Нет, я легковая машина. А, ёпти, в какую, это как? Так. Да твою мать, дебил, что ты тут делал? Твою мать, чувак заблочил, я не смог запрыгнуть. Я в такую нычку бежал, такую придумал. Офигеть. Это будет плохо, если я не смогу залезть из-за того, что меня заблокали. Я тачка, короче, я просто стою. Но я не буду двигаться, потому что у меня двигается тень, если я смотрю по сторонам. Я вот замру и буду смотреть, ребята, просто наблюдаю. Еще одна легковая машина ездит, кстати. Я просто большая. Ну точнее, как, я легковая машина, все, я просто смотрю. Посадочку, чувак, оформи меня, спасибо. Так, теперь надо как-то залезть вот сюда, попробовать. А как оставить свою копию? О, да, я залез сюда! Как оставить копию свою? Там на левую кнопку, когда уже пройдешь. Все, понял. Мне нужно дальше. Ребят, видите, в какую нычку я залез прикольную? Это секреты типа нюка. Тут прикинь, еще труп просто. Меня нашли, надо бежать срочно. Моделька трупа здесь находится даже, прикинь. То есть просто как труп такой лежит. Меня нашли, ребята, меня нашли. Двери закрой дверь.
Пожалуйста, дайте убежать. Я а чувак меня спрятался в машину, лол. Я бегу. Меня не нашли, господи, я убежал. Красавчик, Леха, красавчик. Охренеть. Так, надо таун, да, прописать? Охренеть, да. Ну я не смогу уже. Ой, бля, там чувак. Таунт. Нет, залезь уже. Вокруг меня просто трупы спрятались, прикинь, один во мне. Я так плохую, капец. Просто, всё, меня не нашли. Таунт. Нет, нравится. Надо скопировать. Так, я снова полез туда. Ребята, лайк за вот эту нычку. Прям лайк за вот эту нычечку. Ты на респе, что ли? Да, на респе ментов, и я просто здоровенная машина стою. А во мне чувак в моей текстурке спрятался, прикинь. А, вот еще садочка. Давай, чувак, еще раз оформить, спасибо. Ё-моё. Меня пытаются убить, это плохо. Слушай, я как машина, и он просто сквозь меня пробежал. Я не понимаю, он умер или нет? Не смог. Мне надо снова бежать по тому же пути. Ну-ка. Варпачик, давай. Я не знаю, как к стене прицепиться. Я пока живу, братан. Я вообще не двигаюсь. Как к стене прицепиться вот такой фигней? Да напишите, ну я тупо летаю в палевном воздухе. А, во, нашел. Прямо вот сюда заныкаюсь. Нет, вот сюда. Такие очки вообще. Палевно, все палевно, ребята, это плохо. Вот сюда. Меня до сих пор не нашли, я здоровенная, сука, машина посреди улицы. Кран летит, бежит сюда. Я кнопка летающая, которую должны нажимать школьники в школе, чтобы поугарать над охранником. Но в принципе этого не происходит. И уже минута 20, я вообще никаких очков не получил, а просто бегал. Я в шоке вообще. Это такая палевная херня, я думал, меня сразу найдут. А, уже монстр. А как стать монстром? Ультимейт у тебя горело зеленый? Да, да. А, так ты просто начинай бегать. Все, ребята, я начинаю бегать. Ко-го-го, я пошел искать. Я на базе ментов. Прям вот на респе их. Ментов? Да, ментов. Вот одного убивает дикоем. Все, его убили. Я монстр. Капец. Я монстр. Я монстр и получил эту возможность побегать. Я огромный кейс, ребята. А я теперь ищу. Рандом модель. О, табличка Exit. Неплохо, слушай, прям круто. Мне прям понравился этот раунд, он такой насыщенный был. Я такая здоровая машина, меня никто не нашел. Рядом чуваки бегали, но они умирали. Вот если так. Ну-ка давай. Ой, опять машина ездит. Я на Б-планте, табличка Exit. А я пока что жду, и походу мне осталось 2 секунды, чтобы начать вас убивать. А нет, не 2 секунды. Нужно, чтобы меня кто-то подсадил, и тогда будет все нормально, а так нет. О нет. О да. Почему я его не убиваю? Во, все, убил. Так много хп, что ли, у прятающихся? Так. Не знаю, как у них хп. Ой, это было мимо. Я опять хайд, я смогу прописать еще раз хайд? Нет, я не могу больше. Сука. Я опять должен прятаться табличкой. О, нет, я живой. Я уже запомнил примерно, где какие объекты прячутся. Смогу заныкать. Где кто должен быть, где кого не должно быть. Так, и где у нас? Exit. О, табличка, дратуйте. Да почему не я-то убил? Мне даже ассист не дали. Я тупо в воздухе летаю. Зергут. Так, нет, это не то. Да убей вот так, ты его. Вот так, поставлю Exit, думаю, что меня здесь не найдут. Но хотя такое дебильное место, но я не знаю, как мне найти. Все, убил. В воздухе. Так, кого еще надо убить? Я уже не знаю, сколько киллов там наделал. Так. По-любому же кто-нибудь на этой ценстерне спрятался. Так, надо убежать отсюда. Нет, сука, это мимо все, мимо! Мне Windows вывестил обновление, я такой, окей, понятно, Windows, спасибо. О, табличка Exit, здравствуйте! Это ты что ли ищешь? Да! Не трогай меня. Ладно, убегай, братан. Только тебя оставлю живых. Ты, правда, палевно так висел, но я бы не заметил, если бы ты не двигался. А-а-а! Я не висел, я убегаю теперь. Убегай, я тебя оставил. А что насчет хитбокса-то, не слышали? Ой, я тебе декойку оставил. Да, я декой, по декою попал. Чуваки вообще ничего не слышали. Так, подожди, а где? Твою мать! Уйдите! Где могут быть еще, ребятушки? Зарезали, так, неужели, бляха-муха? Так, мне главное не умереть, когда я буду спрыгивать вот так вот, хоп. Так, ой, они начали убивать.
Смотри внимательно. Кто-то сюда забрался. Баночка, да. Вот он спрыгнул. В смысле, я не вижу, чтобы он спрыгнул. Во! Я убил его. Он декой там оставил. Я убил его. Понял. Ну, мне кажется, пора прятаться, потому что уже минута ровно. По сути, тебе лучше в угол заныкаться и бросить декой. Так, это ложное, да? Декой — это ловушка, такая пентаграмма для... Да, я понял. Для ультиметов. Думаешь, уже можно бросать? Рыгает там, господи. Он где-то вот здесь вот, кстати. Он же тут бегает. Ой, все, я прячусь в угол. Он убил меня! Сука, я ж кинул декой! Ну, мне кажется, здесь снова террористы выиграют. Здесь вообще в сухую все это играет. Потому что карта новая, и это мне нравится. Да, сложно искать. Да, ты не знаешь, здесь очень много теперь моментов таких, добавленных на карту, в которые можно залезть. Умер. Если бы еще к стене можно было прикрепляться. Это круто. Вот маленькие комнаты и какую-нибудь кружечкой чая, кружечкой чая заныкаться, и было бы так круто. Варпач Дакску. Дакс — это утка. Кря-кря. О, чувак, смотри, затарился в комнате. Хотя ты, наверное, не видишь. Да, вот я за ними смотрю, я говорю, вот кружечкой встать. Да. Или майкой там какого-нибудь рабочего. Было бы круто, на самом деле. Или наушниками радиоактивными, например. Ну, тут же радиоактивность. Ну, вы поняли шутку, да? А спонсором сегодняшнего ролика — радиоактивные наушники. Boost 7.com. Ребят, раунд заканчивается. Впрочем, и карта тоже. И мы с вами прощаемся. Это были Hide and Seek пряточки на новом нюке. До скорой встречи. С вами был Такс Варпач. Подписывайтесь. Пока. Всем удачи. Всем пока, друзья.